Приветствую всех подписчиков гостевого канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре новый инвестиционный проект, называется Криптодублер. Дней онлайн 0, значит, депозит работает 15 дней. Давайте переведем на русский и посмотрим, что у нас написано на главной страничке. Удвойте свои криптосы. Всего за 360 часов 15 дней. Легально, безопасно, мгновенные выплаты и все такое. Участников видим уже прилично 1314 человек. Здесь написано, как бы, статистика всего депозитов. И пошли уже, естественно, выплаты в тронах. Далее, что у нас здесь? Реферальная программа 15%. Последние депозиты идут. И выплаты. В основном в тронах. Также есть Telegram. Это, как я понимаю, новостной канал. Значит, далее что? Как это работает? О программе, статистика выплаты, криптоботы, главное и все такое. Значит, не забывайте, что это высокодоходный хайп. И любые инвестиции в интернет – это всегда риск. Я рискую своими монетами, а вы же думайте сами. Как говорится, это дело хозяйское. Я лишь показываю, где я работаю, где я зарабатываю, ну или я пытаюсь заработать. Значит, регистрация. Логин, email, два раза пароль, разгадываем капчу, нажимаем зарегистрироваться. Я уже зарегистрировалась, но ничего я не делала, как бы депозитов не вносила. Прописываем логин или email или username, прописываем пароль, разгадываем капчу и заходим в кабинет. Значит, сразу у нас на домашней страничке реферальная ссылочка. Значит, и депозиты здесь можно вносить в биткоинах, лайткоинах и в TRX. Здесь будет, как бы, майниться наши монетки. Так, значит, давайте по порядочку пойдем. Значит, сеттинг. Значит, биткоин, лайткоин, Трон. Нужно сохранить адрес кошелька. Сейчас мы и сохраним. Сначала Трон, потом я в обязательном порядке сохраню все кошельки. Вставляю адрес кошелька, кликаю. И код одноразовый приходит на почту. Идем на почту. Сейчас мы сохраним адрес кошелька. Так, вот такое письмо приходит, да? Вот криптодублер. Приветственное. И код одноразовый. Сейчас мы его скопируем. Копирую, возвращаю, вставляю и сохраняю. Также обязательно рекомендую сохранить все кошельки, если вас заинтересует этот проект, чтобы потом не было недоразумений. И, ну и пароль поменять, если надо. Здесь будет отображаться мой депозит. Я еще ничего не делала. Сейчас я буду все делать в режиме онлайн. Транзакции тоже пусто. Мои рефералы, будут отображаться наши партнеры. Промо-материалы. Как видим, как это работает, мы это сейчас прочтем. Значит, ну да,
Подождите, как это работает? Значит, минимальный депозит здесь у нас от 60 криптомонет Tron. Я не рассматриваю ни Litecoin, ни Bitcoin. Вот мы видим минимальный депозит в биткоинах, в лайткоинах и в тронах. 60 криптомонет Tron. За 15 дней это у нас выходит 200%. Я внесу, зайду по минималке на 60 криптомонет. Значит, через 15 дней на выходе я получу 120 криптомонет Tron. Так? Это что касается депозита. А минимальная выплата в биткоинах 0.302, в лайткоин 0.1 и в тронах 40 криптомонет Tron, минимальный вывод. И тут написано, что запрещено иметь, как бы вы можете иметь только один счет с одного IP-адреса. Так, ладно, давайте сделаем теперь депозит. Иду на домашнюю страничку. И здесь у нас вот это вывод. Как бы. Киса моя. Так, ладно. Минимум 40 монет. Видим. И здесь маки депозит. Кликаю. И что у нас? Так, сейчас сначала так прочтем. Минимальный депозит 60 криптомонет Tron. Пожалуйста, отправьте еще 2-3 ТРХ, чтобы поступил на ваш счет. Угу. Понятно. Мы поставим 65. Я поставлю так. 65. Есть тут точки, сейчас посмотрим. Угу. 0-0. Так. Инвест. Значит, и здесь написано, сколько нужно отправить. 67 криптомонет. Так. Вот на этот адрес. И нужно, я вот так его аккуратненько копирую. Захожу без фанатизма. Потому что я понимаю то, что это инвестиционный проект. Это всегда риск. Вставляю адрес. Проверяем. Обязательно. Вот. Следующий. Здесь стоит сумма 67. Значит, я должна отправить 67 монет. Сент. Шестьдесят семь монет. Все. Теперь осталось дождаться поступления счета. Я поставлю на паузу. Как монетки поступят, я продолжу видео. Монеты мои поступили. Вот они, 65 монет. Далее что делаю? Активация. 60 монет. Активация. Все, я активировала. Здесь стало по нулям. А здесь пошло майниться. Далее и здесь всего депозитов 65. Ну и вывод у меня, естественно, по нулям. Вывод, естественно, будем проверять. Наберу минималку на вывод. Буду писать видео. Ну, в принципе, и все. Я домашнюю страничку показала. Настройки я показала. Рекомендую прописать все кошельки. Я это все пропишу. Что не дай бог, чтобы кто-то прописал свои здесь криптокошельки. Всяко может быть. Далее мой депозит. Видим. Отображается теперь. Так.
И у меня профит будет на выходе 130 криптомонет. Активный. Далее транзакция. Видим, я сделала депозит и как бы активировала. Все отображается. Мои рефералы я вам показывала, промо показывала, как это работает. Еще раз сами прочитайте здесь саппорт. Ну и выход. Давайте выйдем, посмотрим из кабинета, что у нас там за статистика. Вот, пожалуйста, статистика депозитов. Все в реальном времени. 20.06. Мой логин. 65 криптомонет. Трон. Видим, да? Ну, в принципе, и все. Кому интересно, заходите, работайте, зарабатывайте. Не интересно, пройдите мимо. Ну и не забываем о том, что это высокодоходный хайп. И любые инвестиции в интернет – это всегда риск. Всем удачи, всем пока!